А вот по Томску уже и на такси сложно передвигаться. В последний рабочий день года предпраздничный ажиотаж буквально парализовал город. Такая же ситуация во многих сибирских городах. В Омске пробки в вечерние часы пик доходят до 9 баллов, утром до 7. А центр Томска стоит полностью. Автомобили с трудом покидают парковки у гипермаркетов. На некоторых участках транспорт движется со скоростью 5 км в час. Ситуацию усугубляют многочисленные ДТП. По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность магистрали оценивается в максимальные 10 баллов. По прогнозам специалистов дорожной службы мэрии, 31 декабря обстановка на дорогах может еще ухудшиться.